Здравствуйте, ребята! Сегодня в нашей волшебной мастерской мы изготовим с вами вот такую замечательную поделку. А для этого нам понадобится картон, цветная бумага, ватные диски, акварель, кисточка, вода, клей-карандаш и ножницы. Возьмем половину листа картона любого цвета, который вам понравится. Из цветной бумаги зеленого цвета необходимо вырезать 3 полосочки разной длины. Берем ножницы и прорезаем полосочки, имитируя елочные иголочки. Вот таким вот образом. Вот так. Также проделываем на обратной стороне. Необходимо прорезать с двух сторон. Со следующей полосочкой делаем то же самое. Режем аккуратно. Вот так. И последняя полоска, которая меньше всех, тоже разрезаем на маленькие полосочки. Берем самую большую полоску и немного загибаем наши полученные иголочки. И у нас получится настоящая веточка от елки. Так же делаем и с другими полосками. И последнее. Вы можете выбрать любое количество веточек, любую длину. Вот такие веточки у нас получились. Берем клей-карандаш и приклеиваем наши веточки к картону. Промазываем клеем заднюю часть веточки посередине. Иголочки промазывать не нужно. Приклеиваем к основанию картона вот таким вот образом. И приподнимаем немного иголочки, чтобы наша композиция получилась пышной и красивой. Затем приклеиваем следующую веточку. Также проклеиваем клеем у основания нашей полученной веточки. Иголочки мы не мажем. И приклеиваем чуть подальше от первой веточки. Вот таким вот образом. И последнюю, самую маленькую нашу веточку, также приклеим к картону. Вот таким вот образом. Вот так. Затем возьмем 3 ватных диска и приклеим их под веточками. Промазываем ватный диск с одной стороны и приклеим под веточкой. Вот так. Промазываем хорошо, чтобы у нас приклеилось. Вот так. И последний. Вот так. Это у нас будут елочные украшения. А чтобы они были красивее, мы украсим их акварелью. Для этого возьмем акварель, кисточку и стакан с водой. Вы можете выбрать любой цвет и узор. Я нарисую полосочки.
Вот таким вот образом. Вы можете сделать любое количество елочных игрушек, а также выбрать любое оформление. Первый шарик у меня готов. На втором шарике я нарисую кружочки. Вот так. И последний шарик. Вот такая замечательная поделка у меня получилась, а я надеюсь, что у вас получится еще лучше. До новых встреч!